Я призываю присоединиться к этому участию, активному участию в выборах. Тем более, что сейчас у нас нет другого способа выражать свою позицию. Уличные акции фактически запрещены. Наших активистов судят за одиночные пикеты. То есть государство само нас выталкивает в это пространство избирательного процесса. Потому что это единственный способ сказать «нет» нынешней власти. Мы создаем аккаунт «Твой выбор», где будет вся информация о выборах. Связывайтесь с администраторами через этот аккаунт, записывайтесь наблюдателями. Возможно, это наш единственный последний шанс заявить о своем несогласии с нынешней политикой. Честные выборы – это твой выбор. Смысл жизни в управлении самой жизнью. Чем больше сфер своей жизни контролирует человек, тем он счастливее. Современный человек не любит брать на себя ответственность, поэтому мы несчастны. Мы разучились выбирать, но научились быть равнодушными. Давайте возьмем себя в руки, постепенно, шаг за шагом, научимся управлять своей жизнью. Первый шаг – это выборы в Госдуму. Неважно, кто выиграет сейчас, нужно научиться делать выбор. А чтобы выборы прошли честно, нужно помочь учителям школ, воспитателям детских садов, работникам культуры, которые являются членами избирательных комиссий. Помочь сохранить совесть, честь, доброе имя, без которых нельзя обучать детей. Записывайтесь наблюдателями на выборы, подписывайтесь на наши аккаунты и группы. Менду Цугар. Меня зовут Чучеев Иван, и мне не безразлично будущее моего народа. Я призываю всех воспользоваться своим правом и принять участие в выборах Государственной Думы РФ. Я считаю это обязанностью честного и ответственного гражданина республики. Плохая власть выбирается гражданами, которые не голосуют. Если вы довольны текущей ситуацией, можете не ходить на выборы, ваш голос уйдет куда надо. Но мало просто выбрать, надо сделать так, чтобы это было честно и справедливо. А без нашего участия этого не произойдет. Я и другие активисты иду на выборы в качестве наблюдателя и призываю всех, кто солидарен с нами, присоединиться. Пишите в личку и в аккаунт «Твой выбор». Честный выбор – это твой выбор.